Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. Лейтенанта Быкова Андрея Викторовича, посмертно, вечная память. Ура! Военный человек, он сразу куда-то в укрытие. А он стоит, рыбалка, ловит рыбу, его убило, разорвало. Дурная? Ну что ты дурная? Сама это дурная. Ну-ка, ужас. Фикус сидячий. Какие бандеровцы? Где они? Что они делают, эти бандеровцы? Мы никого не видим, никого не слышим. Они Донбасс, это у них ассоциируется. Как вы живете? Там одни бандиты. И мы в шоке. Я не предполагаю, что может война еще идти какое-то время. Я думаю, что еще месяц-два это все это закончится. Решила пойти в НАТО, но ее дело. Нет. Наступна зупинка вулиця Степана Бандери. The next stop Степана Бандери Street. Американцы все всунули, и вот любой ценою Россию надо расколоть. Подали бы они тот Донбасс, нафиг он нам нужен. Собственно, чтобы мы тут за него гибли. Наши, правильно? Так говорят, говорят. Крым жалко, а вот Донбасс возьмёт. 48-й год после войны разруха. Его направляют на Донбасс. Всех вот этих с России. Поднимать Донбасс надо. Это вот мы ходим просто по пачкам долларов. Вот так. Тух-тух-тух. Вот красное дерево. Давайте выпьем, чтобы у нас был мир, хотя бы какие-то просветы на мир. Ну, в армию 100% не приму. Один ответ влечет другой вопрос, и все это все очень сложно. Чего ты ко мне примахался с утра? Дай мне блины жарить. Я никогда не думал, что буду снимать этот фильм.